В Челябинске только за неделю трое детей получили серьезные травмы, катаясь на великах, причем даже не выезжая со двора. Дети, играя во дворе, не забывайте, что нужно играть только на закрытой площадке и в обязательном порядке в сопровождении взрослых, то есть с мамой со своей, понятно? Госавтоинспекция напомнила детям о безопасном поведении во дворе. Инспекторы рассказали юным участникам движения о возможных опасных ситуациях и объяснили, чем коварны даже припаркованные автомобили. Госавтоинспекция призывает обеспечить безопасность ребенка в летний период. Причиной многих происшествий с детьми является бесконтрольное нахождение малолетнего ребенка рядом с проезжей частью. Я мама двух прекрасных детей, и даже если мы выходим гулять во двор, то я всегда нахожусь рядом с ними. У нас большой участок, много машин, всегда проезд открытый. Я всегда нахожусь с ними рядом, они у меня всегда под присмотром. Инспекторы ГАИ раздали школьникам светоотражающие наклейки, а родителям объяснили, почему нужен контроль за детьми даже во дворах.